Почти 40 миллионов рублей в 2021 году потратят на ремонт магаданских школ. Это обсудили на постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики. В плане отремонтировать 20 учреждений, отметили сотрудники департамента образования. Однако, по словам депутатов, выделенная сумма слишком мала для ремонта учреждений. Ремонт только в одной из школ обойдется в треть этих денег. Замена стеклопакетов на 14 уже миллионов. То есть, ну, грубо вообще говоря, что данная сумма будет только идти на 3-4 там школ или садиков. Примерная сумма для всех вообще ремонтных работ где-то в районе миллиарда. Поэтому, разумеется, у Магаданской городской думы есть недопонимание, почему такая маленькая сумма. И самое, как еще главное, это, разумеется, качество работ. По словам депутатов, они надеются, что финансирование в 2021 году будет корректироваться в большую сторону. Тем не менее, на данный момент сумму утвердили.